Решение Владимира Путина пойти на выборы президента России в 2018 году было вполне ожидаемо, но все же вызвало определенный общественный резонанс в экспертной среде. Личность знаковая для нашей страны, для нашего общества. И в настоящее время мы имеем мощного лидера, который вывел нашу страну на буквально новый уровень в мире. Мы имеем нынче практически одну из основных держав на Земле, которая задает тон, задает моду во внешней политике. Помимо этого, все общество нашей страны понимает, что большие подвижки произошли во внутренней политике и достигнуты огромные успехи в экономике, в здравоохранении, в жизни внутриполитической, в лице Владимира Владимировича. В настоящее время мы имеем просто образ для подражания, особенно для молодежи. Будучи президентом, будучи премьер-министром, человек этот работал только на свою страну, на нашу Россию. И выдвижение на очередной срок, на мой взгляд, это победа для России. И я рад этому событию, потому что те дела, те проекты, те шаги, которые предпринял президент за все это время, они продолжат. Наша страна продолжит путь к великой стране. Я считаю, что Россия этого достойна, достойна этого человека.